Друзья, всем привет! У меня за спиной выложены вещи, которые я предполагаю носить весной. У нас наступила весна, теплеет и теплеет, и я в голове своей понимаю, что скоро надо переодеваться в более легкую куртку, уже надевать, также уже как бы и какие-то джемпера. В результате вот все, что у меня сзади лежит на диване, это все, что у меня есть. Если честно, я была в шоке, просто в шоке, потому что получается, что у меня нет ничего. Из всей вот этих вещей буквально два образа, возможно. И то они будут настолько простые, потому что, ну вот, ладно, скорее всего, это будет, знаете, ролик не о моих весенних образах, а скорее всего, это будет ролик расхламления. От того, что на самом деле я сразу, как только откроются секонды, отнесу благотворительный секонд-хенд, а что-то даже вынесу на мусорник. Потому что верхней одежды много, которую я практически носить не буду. Обувь тоже много, которую я носить не буду, но которой мне жалко, жалко расхламиться. Ну а про обувь, наверное, мы в отдельном что-то покажу я вам. И хотя вы все уже много раз видели, покажу сегодня просто то, что я хочу носить. Обувать и попробовать носить вот это вот. В общем, давайте, буду вам показывать. Конечно, начну вот с того, что я все-таки буду носить. Это пуховичок, он легкий, куплен года два назад в Uniqlo в Петербурге. Он такой, знаете, как кардиган летний даже, очень тоненький. Прям вот если просвечивает, видите, вот на просвет. Поэтому его я точно буду носить. И, скорее всего, буду носить вот с этой курткой. Куртку я купила в Endaza Stories осенью. И, знаете, уже она мне разонравилась. Вот сам факт того, что покупать вещи в хороших магазинах, типа, знаете, того, в хороших, в масс-маркетах. И тебе вот... Ты там надел один-два раза, и тебе разонравилось. Вот куда это? А куплена эта куртка за 99 евро. Это ладно, знаете, пуховик тоже куплен. Я не помню, сколько он стоил. 4300 на российские деньги. По-моему, даже скидка на него была. В общем, не помню. Но тоже. Но знаете, куртку она уже... Я ее просто в хвост и в гриву. Много сезона. А вот эту куртку я тут предлагала Катюше, ее она отказалась. И вот знаете, из той серии, что ты купил в секонд-хенде за, ну, максимум 10 евро, и тебе, если вещь разонравилась, тебе не жалко от нее избавиться. А от этой куртки жалко. И я понимаю, что я, возможно, ее даже и носить не буду. Она будет все время у меня лежать пару лет, пока я, наконец, все-таки, знаете, ее не вынесу. Два пальто, от которых я точно избавлюсь, как только откроются секонды. Это пальто Ulla Popkin. Оно мне большое, я когда-то вам его показывала. Оно 20-го, по-моему, размера. Я его, кстати, постирала. Там по составу, хороший состав у него. Оно такое, знаете, абсолютно классическое. Хотя потом, вот сейчас вам покажу, и потом померяю. Я же за зиму немножко поправилась. Возможно, ну, не знаю. Покажу, в общем. И вот эта серенькая. У него тоже отличнейший состав. Оно, кстати, очень легкое, не в пример вот этому. Это Ulla Popkin, знаете, тяжеловатое. И здесь по составу, а что здесь состава? 70% шерсти. То есть оно на самом деле, смотрите, такое хорошенькое. Но опять-таки, серые брюки, которые у меня есть от Фабиано Филиппи, которые я тоже хотела расхламить, но не стала. По вашему же настоянию, зрителей. И сейчас я понимаю, что даже если надевать вот с этим как бы полупальто, жакетом, а буду ли я это делать? Ну ладно, тоже вам надену, покажу. Также у меня есть два, вот это пальто я вам недавно показывала, это из последних моих покупок. Тут было что-то натуральное по составу, оно длинное, однобортное, классическое. Оно мне все-таки немножко маловато. И возможно, знаете, я... Если не расхламлюсь, не отнесу в секонд-хенд благотворительный, то оно будет висеть, ну, максимум надену его один раз. Есть вот такое у меня полупальто.
Оно по размеру мне хорошо было. Сейчас надо мерить. У него по составу альпака, мохир и шерсть. Такая, знаете, довольно интересная модель. Тоже надену, покажу. Вот про него не знаю. Возможно, все-таки его оставлю и буду использовать. Ну, надо тоже сейчас померить, посмотреть. Вытащила тоже две куртки. Но они, знаете, джинсовые. Одна в винтажке куплена короткая, а эта куплена тоже в Петербурге, в Uniqlo. Она, знаете, какая-то коллаборация с каким-то очень дизайнером. Она классная, она хорошая. Ее я точно... Но это уже, знаете, более на теплое время. С джинсовой не знаю. Предлагала Катюше ее забрать. Она посмотрела и сказала нет. Ну что, у нас верхняя одежда. Всю я вам показала. И что в результате оказалось? Оказалось, что под это всю верхнюю одежду, которую я, знаете, даже могу надевать, у меня нет ничего низа. Вот беда. У меня есть единственная туника, единственная, в которой я частенько снимаю вам ролики, показываю. Вот такая. Она, знаете, как джемпер. Ой. Такой, знаете, прикрывает одно место. И получается, его я тоже, кстати, хотела года полтора, наверное, год назад расхламить совсем, выбросить. Но тогда оставила на всякий случай. Знаете, в нем на фоне вот этого джемпера очень красиво показывает бижутерию. Ну вот я с той точки зрения оставила его. Сейчас пока мне что-то надо купить, что-то найти. Вот, знаете, встает только то, что одна вещь, которую я могу носить, когда вот сейчас потеплеет. Ну или даже в плюс 5 у нас был один день, 7 или 8. Из верхнего у меня косовский бомбер, который можно тоже, в принципе, надеть. И сверху куртку какую-то. Только то, что, знаете, с коротким рукавом. От него тоже не расхламлюсь, потому что он куплен в магазине за 70, по-моему, 69 евро, не помню точно, без скидки даже. У меня есть косовская туника. Я хотела от нее расхламиться. Она, знаете, что мне не нравится? К ней, видите, очень много что пристает. Вот. У него отличный ворот, вырез у ворота. Длинный, тоже надену вам, покажу. И спинка шелк стопроцентный. Спинка длиннее, чем перед. Вот я хотела от него расхламиться, но вот закрыли секонд и не отнести его благотворительный. И вот он лежал, лежал, лежал. И я вспомнила про него, что если сейчас вдруг мне понадобится куда-то выйти, то вот всего лишь три вещи, которые я смогу надеть. И все. Вот эта блузка в викторианском стиле. Я купила ее в Хумане винтажной. Очень красивая. Стоечка, воротничок. Здесь вот такой, знаете, на карманах. Три четверти рукав. Чем мне она сейчас неудобна, я вот ее буквально надевала тут ролик снимать, так это тем, что рукав на резиночке. И он три четверти, и он все время, знаете, вот если я руку поднимаю, рукав поднимается. И меня, знаете, это напрягает как-то, что вот я что-то делаю руками и некомфортно себя чувствую. Поэтому, ну вот единственное это. А, еще у меня оказывается, вот сейчас, знаете, вспомню. Разноцветный, многоцветный блузон тоже откос. Ну, вы знаете, опять-таки, это же такой достаточно уже летний, более теплый вариант. Вот та же блузка, та же белая блузка. Вот если плюс 5, плюс 10, то в этом замерзнешь. То есть надо какие-то джемпера, которых у меня нет. Ну, сейчас надену пару образов. Ну, я даже не знаю, что тут можно сложить. И сумок. Сумки, друзья. Сумки, получается, у меня всего две, которые три, которые я хочу оставить. Все остальное я расхламлю, отнесу. Michael Kors, это кроссбоди. Очень ее люблю. Подарила мне эту сумку Ella. Ella 2000, блогер из Америки. Очень люблю эту сумку. Вот самая моя любимая, неубиваемая. Посмотрите.
Что я только туда не напихивала, в эту сумку. Там одно отделение и три маленьких боковых. Ну, что я только не напихивала. Какая она тяжеленная не была, но она просто, видите, ничего с ней не происходит. Просто неубиваемая. Эту я купила в Endaza Stories. Конечно, когда в нее ее положить, то тогда она будет красиво смотреться. Сейчас она, знаете... Ну, вот пока ничего не придумала с ремешком, потому что он короткий. Мы уже с вами это обсуждали. Было много советов. Спасибо вам, что вот здесь самый идеальный совет был, то, что вот здесь ее можно просто какую-то цепочку найти и вот удлинить. Типа, знаете, по типу, как у Michael Kors. Вот здесь. Это самый идеальный вариант. Мне многие писали, так модно. Мне не модно. Мне не важно, модно это, стильно это, актуально. Я вижу, некоторые вот здесь даже, знаете, есть такие носы. У меня большая грудь, у меня маленький рост. Мне вот здесь вообще никак неудобно, не стильно и нехорошо смотрится. Мне надо ниже. Хотя бы вот настолько, с каждой стороны. То есть где-то на сантиметров 25 с каждой стороны. Ну, может быть, меньше. И поэтому вот эта сумка у меня есть. И вот эта, которую все-таки я попытаюсь в магазин откроется. Мы с вами сходим в магазин, где все для творчества. Может быть, там будет какая-то, знаете, что-нибудь мне продавец посоветует. Остальные сумки, вот эти две винтажные, которые я покупала в винтажных Умани, это из-за кожи змеи. Вот эта кожаная. Так, знаете, вот здесь был дефект, я еще маслом намазала. Потом, кстати, мне Марина Тимченко, когда я сказала, Марин, ты что мне посоветовала? Я, как бы она сказала, я тебе советовала полностью ее промазать маслом. Кроме вот этой части. И тогда бы было как бы... Ну, в общем, ладно. Купила я всего ее за 1,5 евро в винтажке. Ну, может быть, весной. Хотя не знаю, в общем. Так что, друзья, получается, что тоже у меня. У меня теперь цель купить хорошую сумку. Но кроссбоди. Я не хочу никакой другой. Я хочу кроссбоди. Кроссбоди. Меня устраивает, очень устраивает эта форма. Меня устраивает, что она вот здесь, у меня свободные руки. И так как я блогер, мне надо постоянно либо телефон вот так носить, а левой рукой что-то еще как бы, да? Поэтому никакие другие сумки мне вообще... Но надо заняться все-таки этим. Где купить, вот, честно скажу вам, в Риге. Я кроссбоди видела только более-менее красивые в Стокмане. А в Стокмане, друзья, бешеные цены. Просто бешеные. И я не знаю, как только откроется, я, конечно, поеду в Петербург. Но в Петербурге, на мой взгляд, цены такие же, если не дороже. И мне очень жалко. А вот в секондах я из вот такой серии, как Michael Kors, я найти просто не могу. Ну вот просто. Чтобы она была такой формы. Все, что я нахожу, такой небольшой формы. И сколько я уже покупала, знаете, за 3 года блогерства. Они все как-то, знаете, изживают себя очень быстро. Ну вот просто очень быстро. Из обуви, у меня еще там коробок 6, наверное. Из обуви я хочу оставить только эти. Они, правда, тоже уже убиты, и у них дефект. Магазин откроется, я все-таки отнесу, попытаюсь по гарантии, хотя не знаю. Если мне ничего, как бы, ну, с ними не поменяют, то и скажут, что это, типа, не дефект. Ну, что делать? Тогда буду искать все-таки, когда магазин откроется, точно такие же, этой же фирмы. Еще вот эти. Тоже, знаете, от них избавляться. Надо немножко их разносить. Они классные, стильные, но немножечко мне в ширину жмут. Тоже покупала их и много раз вам показывала. Очень классные. Покупала в ЛЧ. Вот эти две пары. У меня из ЛЧ еще есть две пары, которые я... Несколько раз вам показывала образы в них, куплены тоже по скидке, но я думаю, что я их от них избавлюсь. Ну, какой смысл их держать, если я их не ношу? Вот просто. Еще две паровые, от которой мне очень жалко избавиться, которые я уже много раз вам показывала их тоже и пытаюсь внедрить, но не получается.
Вот эти замшевые ботиночки, они классные, очень классные. Единственное, когда я вам их показывала, я говорила, что они очень быстро пачкаются, и этим очень плохо. Знаете, потому что замш, у меня было средство, я не смогла их очистить вообще никак. Поэтому вот эти мне очень как бы не хочется расхламлять, и внедрить тоже не могу. И еще вот эти, которые мне очень нравятся. Мои любимые, которые я также, возможно, один раз, два на улицу обула. Много раз вам показывала в образах. Это стилизованные под мужские, Монтана. Здесь каучуковая подошва. Ну, то есть они классные, они стильные. Возможно, летом все-таки с какими-то джинсами мне надо попробовать их внедрить. И все, друзья. И больше из обуви. У меня как бы я не хочу ничего внедрять в гардероб. Бежевые, они немножечко тянутся, поэтому здесь я их застегнула. Но они, я не могу даже вот это, знаете, пах показать. Я понимаю, что я вообще не могу показать, и мне надо что-то сверху. Вот этот бомбер, как бы пока еще, конечно, когда я его покупала, он был мне свободно. Сейчас он здесь на резинке. Но, по крайней мере, знаете, черный цвет немножечко, как сказать, все-таки черный цвет делает женщину более худенькой. Вот это мое личное мнение. Скажите мне, как вы считаете, что черный цвет делает женщину более худенькой, а белый цвет, наоборот, женщину делает визуально. Вот визуально. Делает полнее. Так вот, вот серебристые кеды. Ну, здесь, знаете, эти тоже хорошо будут. И если вот так пойти, да, сейчас вот, когда будет тепло, то будет хорошо, на мой взгляд, вот с этим полупальто. Я его, правда, давно не мерила, но очень надеюсь, что оно мне не маленькое. Здесь рукава я подворачивала, когда показывала вам образы. Рукава здесь длинные, то есть, ну, это как бы все мелочи. Но по размеру у меня оно хорошо. В принципе, я так и думала, что, наверное, это полупальто будет мне по размеру хорошо. То есть, видите, оно как бы, оно свободное, оно тепленькое и очень даже приличненькое. И его можно, конечно же, и с моей сумкой, но Майкл Корста точно ко всему подойдет. И можно также с сумкой из Andaza Stories. Ну, то есть, будет как бы очень хорошо. Здесь, конечно, что-то не хватает. У меня есть палантины Michael Kors. Но этот розовый нет. И вот этот. Чтобы, знаете, как сказать, чтобы уши людей, которые... Не буду произносить, в общем, бренд, а вы прекрасно его знаете. И, в принципе, можно и это... И этот палантин. Тут оба будут хорошо. Да? И вот этот образ будет довольно хорошо, гармонично. Так, я немножко с такого ракурса снимаю, что не знаю, как вообще это будет. Будет ли вам виден низ? И будет ли мне видна моя голова. Ну ладно, переснимать думаю, что не буду. Как будет, так будет, друзья. Но вот этот образ мне нравится. И я думаю, что я его внедрю. Ну потому что мне пока носить больше нечего, слушайте. Но это просто караул. Смотрите, как хорошо здесь девочка. Немножко я, правда, ее, наверное, низковато пристегнула. Ее, наверное, надо как-то вот сюда сделать. Но все равно, посмотрите, как хорошо. Такая крупная брошь. Также и лисичка моя будет хорошо от Лео Штайна. Ну и здесь, видите, я надела эту блузку от Кос цветную. Надела лисичку. Правда, неправильно ее сделала, прикалывала, надо по-другому все-таки. И вот так получается. Но это тоже, когда немножко потеплеет. Сейчас, вы знаете, когда плюс 7-5, все равно в этом будет прохладно. Здесь все равно нужен какой-то теплый джемпер. С воротом. Ну, то есть, вот когда потеплеет, такой образ, да, возможен.
Он комфортный, он хороший, как бы приличный. И, конечно, вот этот образ с этой курткой из Zendaza Stories тоже хорошо. Такой, знаете, посветлее, низ потемнее. В принципе, все в достаточно одной цветовой гамме. Конечно же, опять тоже сумка из Zendaza Stories. В общем, так довольно простой такой городской стиль, ничем не выделяющийся. Куртка на синтепоне хорошо стирается, ну, я так предполагаю. И вот так она, видите, мне сейчас она даже лучше смотрится. Это, кстати, Эска. Да, это Эска, по-моему, или XS. Не помню сейчас точно. Ну, в общем, вот. Тоже довольно простой, хороший образ. И вот я надела от Ulla Popkin это пальто. Что вы скажете? Когда я его покупала, оно нереально было большое. Это было видно. Я вам его показывала в покупках. То сейчас оно мне хорошо. Ну, по крайней мере, здесь. Потому что поправляюсь я вот здесь. Это моя самая проблемная зона, которая на самом деле просто беда. Конечно, здесь... Плечо большое, на мой взгляд, было бы идеально вот так. Но переделывать я его не буду. А вот серая, посмотрите, она мне мало. Его я точно сразу сюда, на стульчик, сразу на вынос. Получается, что два варианта, два хороших варианта. Это вот эти брюки и эта куртка. Она будет хорошо. Потом мне надо еще что-то, когда магазины откроются. Все-таки, возможно, ну, мне думается, что сюда именно... в таких бежевых тонах. Хотя вы вот, многие говорили мне, что мне не подходят бежевые. Но все равно что-то однотонное. Бордовое? Вот не знаю. Но бордовое, видите, все-таки сейчас я надену. Вы извините, я не стала гладить ничего. Смотрите на меня. Видите, оно длинное. То есть, в принципе, с этой курткой... Да что ж мне на голове? С этой курткой будет некрасиво. Она... довольно короткая, то есть если в него, в нем ходить, видите, совсем, ну никак, то, конечно, вариант тогда будет единственный, это вот с этим полупальто. Ой, слушайте, здесь бардак, бежевки валяются, вот что значит, друзья, снимать ролики про свои образы. Это вообще весь дом на ушах, можно сказать. Ну, вот так по длине. И, в принципе, если вот надевать, простите, если надевать вот этот образ, да, то тогда еще более-менее. Но все равно, в любом случае, я считаю, что мне надо какого-то однотонного цвета джемпер. О, какие первые магазины откроются, не знаю, но я думаю, что джемпер я, скорее всего, найду в масс-маркете. Может быть, в Заре, может быть, ну, не знаю, надо смотреть. Недавно, знаете, пересматривала ролик, загружалась с основного канала на второй старый ролик из архива про секонд-хенд. И там вот мы гуляли в Киломаксе, и я там купила косовский жилет. Такого, знаете, серебристо-бежевого цвета, вот такие рукава. Я смотрела на себя в этом жилете, джемпер-жилет, и думала, вот мне бы сейчас его. Он такой классный. Я тогда его дорого покупала и продала. Кто-то из зрительниц захотел, я его продала за те же деньги, что покупала. А покупала тогда 23 евро. И он дико классный. И вот сейчас смотрю на себя и думаю, как бы он был мне вот именно сейчас замечательно. К этим брюкам, к этой куртке или полупальто. Он идеально бы вписался вот именно в образ. Такой, знаете, монохромный. Ну, в общем, ладно.
я за эти 3 года столько, знаете, купила и расклонила хорошего, о чем жалею. Ну, не о многих, но о некоторых вещах жалею. В общем, вот, смотрите, показываю вам такой образ. Черные узенькие брючки от Zara. Я их покупала 2,5 года назад в Zara. Мы тоже с вами тогда гуляли. Я их мерила, показывала в покупках. И знаете, они мне маленькие. Я не буду вам вверх показывать, конечно, они мне маленькие. То есть вот здесь все отлично. Узенькие, короткие, до щиколотки. Все супер. Бомбер от COS. Можно, например, надеть сверху пальто бежевое. И будет, знаете, хорошо смотреться именно контрастно. То есть 2 цвета. Сумку можно взять. Опять-таки, про Michael Kors не говорю, она везде хорошо. Но тоже можно ту же сумку взять из Endaza Stories. Кстати, слушайте, надо что-то в нее положить, чтобы она прилично выглядела. Так, она будет выглядеть, когда будет полная. Согласитесь, что очень хорошо. Я все-таки ее очень довольна. Купила, кто не помнит, не знает, купила я ее в Endaza Stories. На нее была без скидки, она стоила 129 евро. Была черная и вот такого цвета. Я на нее еще смотрела осенью. А потом, буквально тоже перед Новым годом, по-моему, я зашла, были скидки. И вот эта сумка бежевая была на 50%. Я ее, конечно же, купила. Там была черная и была вот эта. Черная была на 30%, а вот этот цвет был на 50%. И она мне обошлась, по-моему, 62 евро. Там где-то чек лежит. И вот смотрите, она, видите как, то есть ее положил. И можно вот такой, если черный здесь, да, брюки и бомбер черный, то сверху можно это пальто. Оно хорошо смотрится. Единственное, друзья, на ноги. Вот такие туфли. Они очень комфортные, знаете, вот на каблучке маленьком. И сюда, вот в этот образ, просится только это, только туфельки черные. Другого ничего, ну, на мой взгляд, не подходит. Несколько раз хотела от них избавиться, от этих туфлей. Но даже сейчас понимаю, что все-таки они могут мне пригодиться. Хотя бы именно даже с этими брючками, узенькими, черными. Они комфортные, они нигде мне не давят. И, возможно, знаете, мне надо будет выйти, ну, хотя бы вот так. Брюки, бомбер черный. Хотя бы вот так куда-то выйти весной. Здесь украшение. Простите. Здесь какую-нибудь красивую брошку. В ушке клипсы. И очень даже будет хорошо. Поэтому эти туфли все-таки... Вот знаете, опять начинается. Хотела оставить 4 пары. От всего остального просто избавиться. Теперь уже добавляется 5-я. Но я очень надеюсь, что... Больше ничего не добавится из обуви. Это пальто, если его надевать, то только в расстегнутом виде. Она смотрится неплохо. В застегнутом сразу, знаете, здесь тянет. Как-то, ну, видно, что маловато. Поэтому, если вот в этом образе, да, то тоже здесь брошку. Сумку. То, в принципе, уже более в теплую погоду. В этих же туфельках. Такой, знаете, тоже офисный, классический вариант. Вот я вам сейчас показываю. И настолько мне комфортно в спортивном стиле, настолько мне комфортно вот в таких куртках, как вот это, например, или даже вот как это серое. Настолько комфортно, что я даже не знаю, не представляю себя вот в таком более, знаете, классическом варианте. То есть я уже настолько отвыкла от него, отошла от этих классических вариантов, от классики, что мне это не нравится даже. Я понимаю, что это неплохо, я понимаю, что это мне по возрасту, так знаете, положено, может быть, да, за 60 женщине надевать одежду классическую. Но мне это не нравится, я чувствую себя, знаете, как не в своей тарелке. Мне нравится все-таки более спортивный стиль. Ну вот как-то так, друзья. Джинсы
Они на резинке, куплены тоже в винтажной Хумане в прошлом, по-моему, году. И блузку белую от Марины Ринальди, тоже купленную в секонде, в Хумане. Вы знаете, я недавно вот тут ходила и показывала даже вам витрины Марины Ринальди. Ну, до чего дорогая одежда? Я крайне вообще в шоке. Я понимаю, что там, знаете, Макс Мара, там, но все равно. Очень дорого, ну просто очень. Вот эта блузка, она мне большевата. Видите, какая? При том даже, что я поправилась. И у меня сейчас на данный момент 18 размер. Но как вариант, пока я ничего не подберу, то можно ее, в принципе, надеть. И даже когда будет плюс 10, можно эти голубые джинсы. Тогда хорошо будет с моей вот этой курткой. Так, ее немножко заправить, знаете, вот как-то так. И вот так будет. В общем-то, даже очень неплохо. Ну, обычный такой, достаточно обычный городской образ тоже. Ничего особенного, абсолютно ничего особенного. И тоже Michael Kors подойдет. Или эта сумка. Все падает, все летит. И тоже вот эта сумка тоже подойдет. Тоже будет хорошо. В принципе, даже ее и так можно. Правда? Поэтому вот еще один вариант вырисовывается. Это получается у нас что сейчас? Бежевые брюки. Ну, черные брюки вряд ли я буду ходить. Они, знаете, такие чисто на выход. Чтобы на каждый день бежевые брюки. Вот эти голубые. Куртка это. И полупальто. Полупальто. Вот это. Как вариант, знаете. То есть, в принципе, ходить есть в чем. Если вот из черного вылезать. Очень даже неплохо. Добавить. Палантин. Ну, вот так как-то, знаете, даже не обвязывая. Хотя бы вот так можно застегнуть куртку. Тоже неплохо. Эти я последние купила, тоже винтажной Хумани, мужском отделе. Все джинсы, которые я сегодня вам показывала, голубые. А, ну и вот эти. Все, остальные все маленькие. Эти тоже хорошо, они на резинке сбоку. И они застегнулись лучше всего и сели на меня. Потому что и голубые джинсы, черные брюки и бежевые брюки, они все-таки вот здесь туговато. Эти джинсы лучше всего. И в принципе опять-таки их можно будет вот сейчас с этой же блузкой белой. Потому что джемпер, даже если я надену бордовый, то не очень будет, он будет по длине нехорошо. В принципе, вот такой вариант, серебристые кеды, то будет хорошо. Рубашка не выглядывает из-под куртки. Посмотрите. Абсолютно простой. Здесь можно, опять-таки, либо этот палантин завязать для приличия, либо розовый. Ну и тот хорошо. Получается, что новые задачи надо ставить перед собой. Как-то, знаете, обновить гардероб. От много от чего избавиться. Получилось из 6 пар. 3 пары мне просто не подходят. Синие джинсы. И еще что-то. Серые даже мерить не хочу, друзья. Ну, потому что я понимаю, что все-таки я их надевать не буду. Если у меня темно-серый полупальто, оно мне маловато его на вынос, то тогда с этими серыми брючками, вот которые, вот эти, я вам их не показала, вот, классические. Они, когда я их купила, это вот очень хороший бренд, состав ткани у них великолепный. Я их купила, их даже ничего не надо было переделывать по длине, они мне идеально были. То вот их я даже не знаю с чем. Если, ну, я в любом случае их оставлю, конечно. А вдруг все-таки понадобится, знаете, куда-то в город выйти. Я все на авось. А вдруг. Так вот, а вдруг придется куда-то выйти в сером тоне, в город. Я, правда, не знаю, куда. Ну, ладно. Спасибо вам, друзья. Смонтирую все-таки этот ролик. Как выйдет, так выйдет. Какой-то, знаете, новый формат.
без вообще всяких наворотов. Чисто смонтирую, покажу вам. И даже не знаю, как он будет называться, собственно говоря. Расхламительный ролик. Расхламительно-показательный. В общем, не знаю. Спасибо вам большое. Скажите свое мнение. Получилось всего вот только максимум 4 образа, которые вот можно, знаете, внедрить весной, пока не станет совсем тепло и пока я что-то не найду. А найти мне хочется все-таки однотонные. Какой-то вот под низ тоненький джемпер, хорошего состава причем. Но хорошего состава вы знаете прекрасно, да, что в масс-маркете это очень дорого. Конечно же, как только откроются наши секонды, я попытаюсь найти что-то хорошего состава джемпер. Не уверена, что получится. Скорее всего, надо в мужском отделе будет искать. В общем, спасибо вам большое, друзья. Опять я болтаю, не заканчиваю. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. И всем пока.